Хиты, вошедшие в топ-списки русского рока 20 века, звучали в Лужском доме культуры. Там прошел открытый фестиваль «Цой Луга помнит тебя». Песни автора, певца, актера и просто одиозной фигуры рок-музыки СССР звучали в осмыслении артистов 21 века. Тем, кто ложится спать спокойного сна, тексты и мелодии Виктора Цоя разрушают временные рамки, стирают грани между поколениями. Их любят и те, кто начинал слушать его на хрипящих кассетниках, и те, кто погружен в цифровую музыкальную культуру сегодняшнего дня. На сцену выходили музыканты совершенно разного возраста, которые нашли в каждой песне свое, берущее за душу. Фестиваль проходил не в обычном формате трибют-концерта. Каждую из 15 композиций предваряла история создания, которую рассказывала сотрудник Дома культуры Вера Коваленко. А затем можно было увидеть кадры хроники. Причем в рассказе упоминались не только даты, но и обстоятельства написания песни. Так зритель знакомился с Виктором Цоем и артистом, и человеком. Виктора Цоя в Луге любят. На месте этой мемориальной доски когда-то была просто надпись. Тоже своеобразная достопримечательность. В городе ходят легенды о том, что он тут выступал и даже жил проездом. Но на самом деле этого не было. Но совершенно достоверный факт – его песни любили и любят в Луге. Поэтому такой фестиваль стал возможен как праздник для артистов и поклонников Виктора Цоя. Можно сказать, что Цой жив и Луга помнит.